Детский омбудсмен предложила разрешить родителям отказываться от проб манту. По словам Анны Кузнецовой, к ней поступает очень много обращений от родителей, которые жалуются, что без реакции манту детей не принимают в детские сады и школы. Кузнецова просит Минздрав предоставить альтернативу, чтобы россияне могли выбирать, какой способ выявления туберкулеза применять. Отмечу, что в январе Амичка создала петицию, чтобы в полис ОМС включили другие методы диагностики опасной болезни. По мнению женщины, реакция манту болезненная. Опасно. Петицию подписали почти 2500 человек. У нас было осложнение, у нас была температура, то есть когда мы манту поставили, состав манту очень как бы сложный и очень неизвестный, неизвестно, как на организм влияет. Поэтому мне бы хотелось, чтобы все-таки альтернативные методы у нас внедрили и были эти безопасные методы и бесплатные.